приди на работу по фрезерованию старого покрытия, и два слоя асфальтобетонного покрытия. Выравниваешь слой и верхний слой. А еще установили дорожные знаки, нарисовали разметку, укрупнили обочины, отремонтировали откосы. Дорога Коромысловка-Кузоватова отремонтирована. Сейчас работы принимают непосредственно те, кто сам регулярно ездит по ней, местные жители. Трассу протяженностью больше 4 километра ремонтировали несколько месяцев. И все это время за ходом работ следили общественники. Контролировали каждый этап, следили за соблюдением подрядчиков, технологии и качества. А если находили нарушения, то передавали их куратору объекта, чтобы устранить их как можно раньше. Качество очень хорошее. Кроме того, что эта дорога соединяет наши 2 населенных пункта, это еще транзит в другие муниципальные образования нашего Южного Куста Ульяновской области. Павловский район, Новоспасский район, Старая Кулатка. Наши общественные контролеры принимают участие на всех этапах строительства дороги, потому что мы тоже считаем, что дороги должны быть не только качественные, но и безопасные. В этом году в Кузоватовском районе ремонтируют 11 километров дорог. Большую часть из них обновляют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это участок Приволья-Ярыкла, дорога от села Кивать до села Красная Балтия. По информации Министерства транспорта, в этом году на дорожную деятельность муниципалитету выделено более 287 миллионов рублей. Анна Тищенко, Улправда ТВ.